proven to be reality. Now, if that was above some of your heads, I was throwing that out for a few out here that think that they are too intellectual for us. Здрасте. Трудная медицина. Классно. Забор болот. Это да, подошел. Патрульный да подошел. Что хочешь? Вот так видно, когда свет ничего. Ну что он говорит? Знаю. Он говорит, патрульная милиция, я говорю, хорошо. Он может быть? Пишем. Здравствуйте. Здравствуйте. Там лишь он был. Проверка документов, пожалуйста. Я нарушил что-то? Нет. То зачем документы мои нужны? В темное время. Ну, документы же передаются для того, чтобы составить протокол. Есть такое? Нет такого. А зачем документы там вам нужны? Нашло время суток, там угона. Понятно. Ну я же ничего не нарушил вроде. Ну хорошо, покажите документы. Я не буду вам показывать документы, я же не нарушил ничего. Не нарушили? Ну, я не знаю, если я нарушил, ну тогда давайте протокол составим. Не нарушили. Ну, хорошо, я не нарушил тогда. Ну, зачем вы просто так... Откройте там. Багажник вам открыт? Да. Да вы что? А капот, может, давайте открою тоже? Нет, капот. А давайте капот открою. Колеса проверьте еще, может, это, не подкачаны? Нормально все там? Все? Нормально там все? Ну, вот классно. Покажите, все. В багажнике тоже нормально. Нормально, покажите. Ну протокол давайте тогда будем составлять, что поделаешь. Я же не могу так просто вам открыть. За что? Досмотр. Досмотр. Пани Тихосана, протокольчик составляю. Да, давайте, конечно. Давайте. Без проблем. Я же никуда не тороплюсь. Все. Вся ночь впереди. Фара включите. А? Фара выключите? Да, они сами выключатся сейчас. Ты спросил меня что-то. Макс, спроси, что там по нету. Не видишь, никого нет, наверное. Никто не едет. А что вы не останавливаете никого? Сейчас останавливаем. Ну вот же машина проехала, вон еще две едут.
И вы какого-то особенного хотите остановить? Да. Так, видно, тоже не видно. Интересно, у нее протокол досмотра багажника? Нет, наверное, нету. А что он хочет тогда? Как он собирается оставлять его? И он не будет его? Они даже не знают этот, как его, этого, как его, но нет его. Сними, как он остановил. Камеру сними. Только сейчас это будет, да? Водитель уважаемый. Еще одного? И протокол не забудьте. Какой протокол? Досмотра. Досмотр? Да, о том, что вы остановили такое транспортное средство. И решили проверить багажник. Осматривайте, вон визуально можете осмотреть. Что, сколько человек надо тебе еще? Ну я не знаю, сколько он хочет. А что, говорит, давай. Ну отлично, классно. Я вам не буду багажник открывать. Давайте вы хотя бы от руки напишите, если вы не знаете или никогда не заполняли такие бумаги. Инспектор, давайте сделаем так хотя бы. Я вам на уступки пойду. Ну хотя бы от руки напишем, если вы не знаете, как заполнять эти бумаги. Открывай, давай, мы тоже спишем по-быстрому, все сделаем. Я не буду открывать, пока он не составит протокол досмотра. Составит он тебе, давай, открывай. Нет, протокол досмотра, братан. Бля, вы последние умные, да, походу? Ну, походу, да, остались только... Пиздец, бля, не умничать ты здесь там. Почему? Просто не умничать. Как, почему это не должен умничать? Ты чё умничаешь здесь? А ты чё хочешь вообще? Ты чё хочешь? Ты чё хочешь? Пизды дам сейчас. Давай. Эй, убери камеру. Ну, куда убрать камеру? Сейчас. Чё вы от меня хотите, я не понял? Открой багажник. Не буду я открывать багажник, не буду. Я тебе сказал, не буду. Особенно тебе. Сейчас, бля, пизды дам, бля. Не дашь, ты понял, я напишу заявление на тебя. Ну вот, ты терпила, значит. Да, да, открывай я такой. Багажник. Не открою. Номера сними. Увеличь сбоку тут, увеличивайся. Да, 8-1-2, а, да, буду. Видно? Да, да. Ты что светит тебе фонариком? Ну он осматривает, хочет смотреть. Ну осматривает, пусть спокойно. Я сейчас вот этому капитану за какие дела бы сейчас. Вот, присидеть вот там. Откройте, нет, алло, здравствуйте. Обязан. Дело в том, что у нас в Аламбине остановили сотрудники патрульной милиции. Нет, микрорайон Аламбин 1. Требует открыть багажник, при этом не составляют досмотр, протокол досмотра багажника. И остановили одного понятого, который себя очень неадекватно ведет. И в отношении нас какие-то угрозы высказывают. При этом они бездействуют абсолютно, сотрудники патрульной милиции. Люди ждут. Алло. Здравствуйте. Водитель. Меня зовут Ибрагимов. Зовут. Дело в том, что нас в микрорайоне Аламбин остановили сотрудники патрульной милиции. Как звать? Нас в микрорайоне Аламбин остановили сотрудники патрульной милиции. Какой микрорайон? Микрорайон Аламбин.
требуют открыть багажник, при этом не составляют протокол досмотра багажника, пригласили одного понятого, который в отношении нас высказывает угрозы. При этом сотрудники патрульной милиции бездействуют. Аламидин, где этот? Базарчик. Чуть выше базарчика Чинар. Алло, я вот только что звонил. Где базарчик Чинар они? Рынок Чинар, да? Да, да. У вас номер какой машины? Мы не видим, потому что мы за машину остановились. За машину стоите? Да, ну он нас остановил, мы чуть-чуть дальше остановились. Машину мы не видим, патрульная милиция. Инспектор пусть представится. Да, незаконно действует. При этом еще гражданские в отношении нас угрозы высказывают. И при этом сотрудники патрульной милиции бездействуют. Пытаются заставить нас открыть багажник, при этом протокол досмотра не составляет. МВД 389М. Да. Вы можете сюда кого-нибудь отправить, потому что здесь гражданские все себя неадекватно ведут. 700. Чуваки? Да, я бы не смог просто нажимать. Алло, телефон. Алло. Вы со мной, пожалуйста, не играйте, почему так телефон сбрасываете? У меня сбрасывается, батарейка садится. На 750. Болот. Да. Чего не хочет прийти? Эти вчерашние, да, со стороны. Они думают, что... Да. Да, ты их знаешь? Да, вот этого здорового я видел пару раз. Чего они их отпустили просто? Да. Ну номер-то записали. Подсветка номера, не горит, штраф. Ну что, может ехать надо, да? Да нет, подожди, куда ехать? Не, а чего они? Ну давайте заставим протоколчик и что, и все. Какой протокол? Досмотр, вы знаете о таком, о такой бумаге, она существует вообще? Какой бумаги? Инспектор, вы опять начинаете. Ну как так? Ну что такие вопросы задаете? Я вам еще раз объяснил. Протокол досмотра транспортного средства. Я не придумываю это. Честное слово. Боже мой, где этот написан был? В 370-м. Точно? Угу. В 370-м приказе. Вы читали его? 370-й. 370-й? Да. Да, ну вот, там это написано, что при... Хотите, если посмотреть мой багажник, пожалуйста, я вам составлю. Составите, вернее, протокол, и этот, я вам открою багажник, посмотрите, проверите. Акт взять-то что? Акт взять-то, да? Чего? Как раз спрашивал. Акт взять-то что? Акт взять-то что? Нет, что? нет, просто... Я говорю, вам надо еще раз, инспектор, просто прочитать 370-й приказ. Если он у вас есть, я вам могу показать, протокол, где там написано. Смотрю. Если он у вас с собой. Я, к сожалению, с собой нету, не распечатал его. Интернет откроется, покажет. Блин. Инспектор, ну это глупо, согласитесь, если я буду интернет сейчас открывать, вам показывать. Я, конечно, открою, покажу, найду сейчас. Батарейка села. Блин, Була, я тебе, по-моему, кидал, да, куда-то, когда ты этот приказывал, что у меня вообще нету никак. Красно, так стоит удобно. Я даже забыл, что это было.
принципе, нет. Что-то я надеюсь, нифига он не делает. Ну да, наверное. Давайте что-нибудь сделаем уже, а, инспектор. Ну покажи тогда. Да я не буду вам показывать, вы же знаете. Ну смотрите, давайте логически рассуждать, инспектор. Я быстро говорить не буду, буду медленно говорить. Медленно говорить. Вы меня остановили. Я остановил. Вы вышли и решили меня остановить. Я остановился. Я любую машину останавливаю, проверяю. Вы любую машину останавливаете, составляете протокол. А проверять вы будете тогда, когда будете находиться на стационарном посте. Стационарный пост там нет у нас в городе. Вот и ваши проблемы. Постройте тогда, и будет у вас... 42-й приказ там был. 42-й уже отменили, 370-й есть. Все правильно, все правильно. Да? Надо без вспышки просто. А если этот фотик вытащи, подготовь. Окно открыть, щелкнуть. Он фокусирует, время теряет на фокусе. Если бы было две камеры, такие две линзы на фотике, он, короче, быстро фокусируется. И фото, там какая-то камера на телефоне сейчас вышла такая. Да я не знаю, чего мы ждать. Просто будем сидеть и все до утра, короче. Телефон сейчас поговорит. Куда-то зовут его. Ну так вот, на чем мы остановились? На 370-м приказе. То, что вы останавливаете меня. Там ночи, полуночи, нигде такого слова нету. Вообще слова ночи нету. Как слово ночи? Ну нету такого там слова. Ночное время суток нету вообще в этом 370-м приказе. Поверьте мне, я его очень хорошо прочитал. Много раз. Очень много раз. Больше, чем вы. Честно. Че он от камеры уходит? Давай, не нарушайте, хорошо, уважаемый водитель? Ну подождите, ну представится. Пусть представится. Не нарушай больше. Пусть представится. Выйдем, выходим. Не выходим. Пусть представится. Вы хоть представьтесь, а, инспектор. В отношении водителя угрозы высказывают. Как угрозы? Ну нам открыто же угрожали нашему водителю. Право сказали, право. Останавливали. Как? Правильно? Что правильно? Я остановился. Вы остановили нас без причины. Как без... Хотели багажник причина? Наш посмотреть тоже, какая не составляя протокол была? Досмотра багажника. Причина проверка. Проверка нет такого. Это вы думаете. Причина остановки. Есть четкий перечень причин остановки, по которой вы можете остановить. Нарушение правил дорожного движения является одной из них. Нарушение правил дорожного, вы сами сказали, не было никакого правила дорожного нарушения. Да. Правильно? Зачем вы себя так ведете? Для проверки документов. Проверка документов осуществляется на стационарных постах. Стационарных постах на городе. Согласен. Но в законе написано, Вот, вы сейчас совершаете незаконные действия, совершили уже. И теперь говорите, езжайте. Вы знаете, что вам положен штраф за незаконную остановку, незаконные действия? Да. Тогда назовите причину остановки, законную. Причину остановки я вам сказал. Какую? Темное время суток, да? Такого же нету в законе. Вы сами сейчас выдумываете, такого нету. Как ну просто такого. Скажите нам, вы же вы в офицерский состав ходите, вы капитан. Да. Правильно? Вы должны быть грамотнее, чем многие из инспекторов. Вы должны по закону знать, там, что там, как и где нужно делать, да? А вы просто останавливаете и говорите то, что в ночное время суток вы имеете право останавливать всех подряд. При этом гражданский в отношении водителя, да? Я бы вот честно, я бы так себя не вел, да, вот очень так это эмоционально. Просто мне не понравилось, когда в отношении него, да? Водитель другой машины. Он угрозы начал. Угрожал расправой. Он угрожал. Я не буду его цитировать. Мы же записали все на камеру. Есть. Вот в отношении этих сотрудников никаких нет претензий. В отношении вас почему это? Вы бездействуете при вас, в вашем присутствии, когда говорят. Вам сказали, что расправятся с водителем. Останавливаете двух понятых, да? Я останавливаю. Ну.
Остановили, да. А почему вы протокол досмотра не составили? Вы должны составить протокол, если вы хотите проверить. Есть инструкция у вас, правильно? Да. Составляете протокол, хорошо, вписываете их данные. Указываете причину, по которой вы останавливаете и хотите проверить. И потом мы открываем вам багажник. Вы смотрите и убеждаете, что там ничего такого нету. Мы же не против открыть, правильно? Нет, вы просто пособлюдаете по правилам, как у вас написано, видите? А вы не соблюдаете. Правильно? Так нельзя делать, нельзя. Товарищ спектр. Соблюдаете. Если бы вы не соблюдали... Если вам бы вы сказали, двух понятий, я останавливаю, правильно? Двух понятий. Ну, вот я вам объясняю. Вам тоже так, а не так. Нет. Тем более вы капитан, вы офицер, понимаете? Вот это вот слово офицер, да, у вас честь должно быть, достоинство. На ваших глазах правонарушение происходит, и вы бездействуете просто. Как правонарушение? Вот в отношении него вот. Угрожали. Вы же записали все. Угрожали же ему. Угрожали. Физическая расправа. Вы же все слышали. Я не буду цитировать, как он говорил. Угрожали. А вы ничего не делаете. А вы должны, вы же за правопорядком следите, правильно? Не только за дорожной ситуацией. Ну вот, а получается здесь угроза происходит, а вы бездействуете. Ну, это вот увидите, как вы. Ну ладно, до свидания, спасибо. Все, надеюсь, просто задумайтесь. Была угроза. Все есть, Пайка? Ваши комментарии, ребят. Да все, фигово, блин. Какие комментарии?